А в Барнауле на улице Антона Петрова автомобиль провалился в асфальт. Виновата погода или плохая дорога, попытался разобраться Антон Скаль. Опять весна, опять дороги в краевой столице, и от этого становится уже, ну, смешно. Провалился асфальт напротив спортивного комплекса «Победа» на участке дороги на улице Антона Петрова. Никакой машины в образовавшейся яме, конечно же, нет. Случилось это где-то в районе 11 часов. Сейчас на месте дежурят аварийные службы. От каких-либо комментариев они отказываются. Говорят, ну, обычное дело, размыло талыми водами. Проведем все необходимые мероприятия, но вот сколько это по времени займет, не сообщают. И что они конкретно будут делать, тоже не говорят. На самом же участке Антона Петрова, сейчас мы вам это покажем, образовывается такой массивный затор. Сотрудниками ГИБДД перекрыт участок дороги от 2-й северо-западной до 42-й гвардейской бригады. Также инспекторы ГИБДД, ну вот эту скрытность вместе с аварийщиками продолжают. О том, насколько по времени будет перекрыто, не сообщается. Добавлю, движение на участке между улицами 2-й северо-западной и 42-й краснознаменной бригады остается перекрытым и сейчас. На месте дежурят сотрудники ГИБДД и продолжают работу коммунальные службы. Об открытии движения мы сообщим на сайте katun24.ru.